общем, свои извинения заранее. Тем временем наши снова атакуют. Пашков с мячом, удар, поворотом, гол. Простите, это был Глущенков. Глущенков открывает счет в этой встрече. 1-0 на пятой минуте первого тайма. Пауза была минут 5, наверное. Тем временем наши атакуют. Глушенков. Удар по воротам. Из пустых ворот защитник выбивает мяч. Вот это да. Подача и на ближней штанге выбивали там пенальти. Арбитр показывает, что рукой сыграл там. И вот пенальти. Удар по воротам. Мяч влетает в верхний угол, несмотря на бросок Ивана Ломаева. 1-1. Пора делать передачу. Это, по-моему, да, Шевченко. Он делает ее на Манаева. Ого, вот это гол! Великолепный гол. И кто бы вы думали забил? Ну, конечно, Дмитрий Цыпченко. Седьмой гол Цыпченко он забивает в каждом матче нашей команды с начала летнего первенства. Это фантастика, но это так. Все это произошло на 9-й минуте второго тайма. В самом деле матч проходит в Лужниках. Глушенков снова. Манаев, он был один здесь. Смещается в центр, в штрафной уже. Еще один прострел, на этот раз низом. Надо бить, удар по воротам, гол! 3-1. Ну вот это, похоже, уже победа. Шевченко забивает этот гол. Надо расстаться с мячом Шевченко. Шевченко обыгрывает еще двоих. Передача. Манаев должен с лета пробить. Удар по воротам. Снова не сильный у Манаева получился удар. Глушенков борется. Кажется, еще одна желтая карточка. Нет, красная карточка Глушенкову за это нарушение. Тем временем Цыпченко подхватывает мяч через чужой штрафной. Хотел отдать передачу, чаю не вышло. Снова защитники внимательно сыграли. А сейчас в чем дело? Свободный? Вот это да. Манаев забивает гол. И арбитр показывает на центр. Фантастический момент. Даже не знаю, как его откомментировать. Вроде бы наши потеряли мяч. В итоге последовал пас вратарю, свободный удар. И быстро. Потому что дождь зарядил не на шутку. Вот и свисток. Итак, матч окончен со счетом 4-1. Продолжает награждать.